дефицита внимания, при правильной коррекции они имеют вполне адекватные способности учиться. Они очень умные, и наш опыт работы со школой показал, что ранняя коррекция этого синдрома дефицита внимания у детей позволяет привести их к учебе в дальнейшем в обычной школе гимназического уровня в том числе, и нисколько не искажает их учебную, социальную деятельность. Это очень важная проблема сегодня. К сожалению, она недостаточно хорошо понимается на клиническом уровне, на уровне профилактики. Потому что синдром дефицита внимания по сегодняшним данным МКБ-10 это относится к психиатрическому диагнозу. И далеко не все мамочки приведут своего ребенка на лечение к психиатру. А вот коррекционная работа с медицинским психологом была бы очень интересна здесь. Но что есть не очень удачное у этого метода, с другой стороны, конечно, это его плюс, это длительность курса, это не таблетка. Биоуправление – это не таблетка, которую раз выпил, и тебе стало хорошо. Это длительная процедура. Еще раз подчеркиваю, что это не медикаментозный метод. Процедура что значит длинная? Это значит, количество сеансов должно быть достаточно большим. Для синдрома дефицита внимания эффективным лечением является, точнее не лечением, а коррекцией синдрома дефицита внимания от 30 сеансов. Поэтому мы с удовольствием заметили, что перенос всего лечебного процесса в условиях школы, куда ребенок вынужден ходить каждый день, а не то, что его бабушка водит в медицинский центр, там эффективность больше. И еще раз подчеркиваю, медицинский центр ребенка приводит к неврологу, к психиатру, ну, уже в тяжелых случаях, а в более мягких он в школе мешает всем остальным, и ему никто не может особо помочь. Но тем не менее есть метод работы с этими детьми.